студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Недуги, якими хворіють люди, набувають затяжного характеру. Саме до таких належить бронхіальна астма. І про причини та наслідки будемо говорити сьогодні у нашій студії, тому що усе людство звертає увагу цього дня на таку проблему. Тож, Ольга Шевцова, лікарка-пульмонологиня дитячої консультативної поліклініки КЗ Дніпропетровська обласна клінічна лікарня, експертка за напрямом дитяча пульмонологія, сьогодні у нашій студії. Тож, вітаємо вас, пані Олю. Доброго дня. Звичайно, такі хвороби, такі затяжні хвороби, як бронхіальна астма, вони вимагають особливого і обережного ставлення до них, тому, мабуть, не дарма цілий день виділено для того, щоб людство звернуло увагу на цю проблему. Тож, ми розкажемо зараз, яка статистика в Україні є на сьогоднішній день, скільки дітей хворіють, наскільки вони з самого дитинства вже мають проблеми з цією хворобою і чи ця статистика змінюється з роками. Добре. Сегодня 11 декабря, Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой. Несмотря на то, что все наше внимание сейчас приковано к проблемам борьбы с пандемией COVID-19, не будем забывать о том, что более 300 миллионов человек на Земле страдают бронхиальной астмой, по разным данным, в том числе и ВОЗовским. И это самая распространенная хроническая болезнь среди детей. Ну, наверное, не найдется ни... Это, ну, 300, более 300 миллионов – это от 1 до 18% населения по разным странам. И, наверное, не найдется ни одно такое заболевание, взгляды на которое претерпели бы такую эволюцию, как бронхиальная астма. Мы рассматривали и как невроз, и как синдром, и как инфекционное заболевание, и как аллергическое заболевание. На сегодняшний день астма считается хроническим воспалительным заболеванием дыхательных путей, которое обусловлено множеством клеток, медиаторов воспаления, сопряженное у предрасположенных лиц с гиперреактивностью бронхов, развитием повторяющихся эпизодов затрудненного свистящего дыхания, удушья, стеснения такого сжатия в груди, кашля, особенно в ночное, утреннее время. Эти эпизоды могут регрессировать либо самостоятельно, либо под влиянием терапии. Ну, по мере того, как менялись взгляды на бронхиальную астму, совершенствовалась и терапия этого заболевания. И если раньше это были глубоко несчастные люди, которые не могли нормально жить, учиться, работать, спать, то по мере того, как, значит, совершенствовались наши методы терапии, появлялись новые медикаменты, достаточно безопасные, эффективные, удобные, это заболевание перестало быть таким фатальным. Люди... Можно жить, извините. Да, с ним можно жить, это абсолютно полноценные люди. Они могут учиться, работать, заниматься спортом, большим спортом, участвовать в Олимпийских играх, нормально спать, в конце концов. Вот. А чем можно его вылечить совсем? Ну, считается, что астма – это хроническое заболевание, и склонность к нему предопределена генетически. Поэтому считается, что вылечить его нельзя. Но наша основная цель – это контроль симптомов. То есть, чтобы человек мог нормально жить, качественно. То есть, чтобы он не испытывал этих проблем с удушьем, с затрудненным дыханием, мог быть физически активным. Чтобы, как говорил Паустовский, он не ходил в четверть шага, не думал в четверть мысли, не работал в четверть возможностей и не задыхался в полную мощь. Потому что сам Паустовский страдал от бронхиальной астмы. Сейчас это уже в прошлом. Так, тобто виходить, що ось така еволюція, яку ми бачили ще за, можливо, за наших часів, коли ми бачили, як наші дідусі, бабусі страждали, так, вона зараз має зовсім інший характер, і ось засоби, які ви принесли з собою, вони теж допомагають впоратись з такою проблемою, і, мабуть, дітям якраз вони найбільше підійдуть, бо діти, вони менше можуть контролювати те, що відбувається з ними. Так, якщо доросла людина вже навчилася, то дитина ще важко це зробити. Чи можуть батьки на самих початках, як тільки дитина почала задихатись, якщо їй дуже погано, звернути увагу на цю проблему і з часом вилікувати її? От є таке, що раніше звернулись і маєте менше проблем? Да, дійсно так.
Надо сказать, что у нас по региону около 4000 детей, страдающих бронхиальной астмой. Цифра эта немножко может меняться в зависимости от количества детского населения, поэтому мы чаще рассматриваем относительные цифры на 10 тысяч населения. Ну, цифра может колебаться в зависимости там, от количества обращений. Сейчас, понятно, в связи с эпидемией обращаемость чуть уменьшилась, но в целом она сохраняется на этом уровне. Вот. И если раньше пациенты очень боялись ингаляторов, а мы пользуемся для лечения в основном ингаляционной терапией, так как лечим органы дыхания, дыхательные пути, это всевозможные удобные доставочные устройства. Оце вони так выглядят? Да. А який из них вы найчастіше використовуєте в своей практике? Ну, на самом деле, некоторые специалисты их делят на доставочные устройства там, разных поколений. Действительно, по мере того, как совершенствовалась терапия бронхиальной астмы, изобретались разные всевозможные ингаляторы, препараты и так далее. Вот. Но на сегодняшний день они достаточно удобные, безопасные, совершенные, ими не нужно пользоваться часто. И основная терапия направлена на контроль воспаления и бронхоспазма. Вот. Поэтому пациенты пользуются, там, допустим, два раза в день, его зачастую не нужно носить с собой. Угу. Вот. А, зранку побрискали, так, можно в сумочку с собой не брать, но это, возможно, там, если вы не планируете повертатись домой вчасно, то можете взять с собой. И тем более, он зручный. И очень удобный, которыми могут пользоваться дети буквально там, с 5-6 лет, это, допустим, симбикорд. Маленький такой. Да, он маленький, удобный. То есть, допустим, родители открывают его вот так легким поворотом руки, приводят в рабочее состояние, повернув до щелчка, и уже ребенок может им пользоваться. Он делает хороший выдох и вдыхает. Причем он активируется вдохом пациента, вот, и не имеет вкуса и запаха, то есть не вызывает каких-то неприятных ощущений. Ребенок вдыхает этот препарат, он действует мгновенно и 12 часов, снимая бронхоспазм, плюс второй компонент, который в нем есть, это будесонид, накапливается и постепенно снимает отек слизистой бронхов, приводя ее в норму. Угу. То есть оказывает двоякий эффект, противовоспалительный и бронходилатационный, то есть снимает спазм бронхов, которые спазмируются. Ну, есть всевозможные другие, есть, допустим, там, дискусы у нас, это сухопорошковые препараты, повернув которые, отведя рычажок, больной тоже может сделать вдох, он точно так же действует. Они удобны, эффективны, и что надо отметить, безопасны, они не имеют биодоступности, то есть не всасываются в кровь, а действуют только на слизистую бронхов. То есть они могут коррегировать лишь тот случай, который необходим. Больше таких, чтобы шкідливих реакций на они не влияют ни на развитие ребенка, то есть он также развивается, как его сверстники, не увеличивают там вес и так далее. И если раньше пациенты очень боялись этих ингаляторов и говорили, нет, там будет привыкание, вес будет меняться и так далее, то сейчас мы практически этого не слышим, они уже как бы, звикають, так? Звикають до того, що можна користуватися. А от ви казали там зміна поколінь, так? Тобто тут є ще варіанти старші чи навпаки? Так, є більш старий, там, от, там, на Сосманексон, допустим. Ну, теж він дуже удобний, теж в виді такого, допустим. Ну, схожий чимось. Так, називається твістхалер. Ну, різні там. Ну, тобто вони відрізняються лише способом, мабуть, виглядом, так, більше? Ну, виглядом, немножечко там є, де капсули вставляються, картриджі. Давайте я зараз ще отакий покажу, так, варіант. Ну, от як він може виглядати. Ну, не будемо розпаковувати, бо це він ще новий, так, але ми вже бачимо, що теж зручний, такий може комусь підійде і такий, так. Ну, тобто людина може обрати зараз ще який плюс, яка перевага засобів, що вже все йде до того, щоб людина мала можливість не лише користуватися чимось одним, а щоб у неї був вибір і щоб батьки могли регулювати, що там з вашою дитиною є. Ну, є у нас пацієнти-приверженці аерозольних препаратів. А, оце вони, так? Їх теж дуже багато, так. Їм так удобно, ми це учитуємо. К ним може допомогти
вставляться оптимайзер для того, чтобы оптимизировать частицы, которые вдыхает пациент. То есть вот такие вот, то есть спейсеры, оптимайзеры и так далее. Это аэрозольные препараты, ну тоже есть люди, которые предпочитают именно аэрозольные. Есть пациенты, которые предпочитают сухопорошковые препараты, они находятся у нас в дискусах, там, циклохалерах, там, твистхалерах и так далее, и так далее. Каждая компания называет их как-то по-своему, да, и плюс многие, некоторые сухопорошковые препараты имеют счетчик доз, которые находятся сбоку, или и пациент, или родители могут контролировать, как же их ребенок пользуется этим препаратом, часто, редко пропускает он эти ингаляции или наоборот злоупотребляет. Ще і так можна регулювати. Да, бачите, да. Скільки зараз є варіантів. Ну і тут ми бачимо такий великий інгалятор. Це чи що це? Это не ингалятор. Це не ингалятор. Это, ага. Это называется пікфлоуметр. Они тоже есть разные, есть механические, есть есть механические, есть электронные и так далее. Это для того, чтобы пациент самостоятельно, ну или дети под контролем родителей, измеряли пиковую скорость выдоха. То есть контролировали, как чувствует себя пациент, как на него влияет терапия и так далее. То есть каждый день утром и вечером он измеряет пиковую скорость выдоха с помощью... Вот туди треба дихати? Видихав, да, в этот манштук. Вот. Есть специальные такие маркерные полосочки, которые он, значит, сюда вставляет, и чтобы было видно, тобто ми можемо показати, як це працює, так? А, будь ласка, пані Олю, якщо ми візьмемо зараз їх і покажемо просто людям, які не знають, тут дуже цікаво, що зараз, бачите, як ми зробили крок такий серйозний в бік навіть регуляторної такої системи. Ми можемо навіть спрогнозувати, наскільки і скільки треба дати доз людині, так, як вона себе почуває, щоб потім діти і дорослі могли вчасно і правильно дати лікування собі, так, допомогти. Да, для того, щоб пацієнт в домашніх умовах мог контролювати пікову скорость видиху, там, розмах колебань, для того, щоб він бачив, как-то, так сказать, объективизировал до определенной степени свое состояние. Вот. И потом он строит график и может показывать своему лечащему врачу, чтобы он видел, как он чувствует себя за тот период, пока врач его не видит. Там же назначается перспективный план терапии. Он, значит, следует этому плану и одновременно контролирует свое состояние. Вот это очень удобно, да, на самом деле несложно, но, к сожалению, многие наши пациенты ленятся. А что, не використовують? Нет. Ага, ну, мабуть, они непогано себя почувают. Они себе користуются, ну, так, мабуть... Да, за годы своей работы я убедилась, что далеко не все выполняют эти рекомендации, хотя они достаточно несложные, на мой взгляд, или поначалу делают, потом забрасывают. Кстати, да, это характерно, когда пациент неплохо себя чувствует, как бы может пропускать. Забывает. Ну, это добре, бачите, значить, той обраний шлях, який лікар запропонував, він підходить пацієнтам, можна сказати і так. Тобто заспокоїти трошки батьків і дітей, все добре, значить, з їхньою дитиною. І для маленьких дітей у нас, я не приносила, ще є небулайзери, це так називаємо туманообразователі, це такие электрические приборы, которые под действием сжатого воздуха распыляют лекарство, да, и оно поступает в нижние дыхательные пути и оказывает хороший лечебный эффект. Он хорош для маленьких детей, для больных в обострении и так далее. То есть буквально за 30 лет достигнут такой прогресс в лечении бронхиальной астмы, что, в общем-то, больные даже стали по-другому выглядеть. Мы сейчас не видим больных там с бочкообразной эмфизематозно вздутой грудной клеткой. Нет у нас гормонзависимых пациентов. То есть это совершенно полноценные, нормальные люди. Им рекомендуется заниматься танцами, спортом. Ну, тим більше, якщо можна профілактувати цю хворобу, а чи можна справді профілактикою зробити їхнє життя набагато якіснішим і комфортнішим, так? Можна ж профілактику. Якщо, наприклад, ми вже знаємо, що наш дідусь там, чи наша мама, чи тато, а от ви казали, що справді це впливає на те, що в дитини може бути вірогідність і хвороби такої бронхіальної астми, то, можливо, цю дитину потрібно ще з самого маличку розвивати і слідкувати за її здоров'ям, аби в неї не сталося якогось, наприклад, там такого, такої хвороби, можливо, чи чогось іще, щоб вплинуло теж на бронхи.
Ну, понятно, что поскольку это заболевание, так сказать, генетически детерминировано, и нередко у наших пациентов кто-то из родственников страдает бронхиальной астмой, то они должны внимательно относиться к этим детям. Да, очень часто эти пациенты страдают аллергией, то есть так называемой атопией, да, потому что большая часть больных с астмой – это люди, страдающие аллергией, то есть наличие атопии плюс бронхиальная гиперреактивность, это все генетически обусловленные факторы, могут вызывать бронхиальную астму. Плюс условия окружающей среды, помещение, где живет больной. Пыл может вплывать? Да, совершенно верно. Ну, не стоит забывать, что легкие – это, собственно, первый орган, который стоит между экологией и человеком. Угу. Первым пропускает через себя изменившиеся условия этой окружающей среды, первым изменяется под ее влиянием. Понятно, что существует такое понятие, как чистый дом. То есть чистый дом – это дом, в котором мы не рекомендуем этим пациентам держать животных, если у них аллергическая, так называемая, атопическая бронхиальная астма. Это регулярная уборка, это отсутствие лишних вещей, которые затрудняют уборку, да. Это отсутствие пуховых, перьевых там, подушек, одеял и так далее, да, ну и вообще скопления, какие-то пылесборники, я их называю. Ну так, да, то есть может, сухие какие-то кибаны, может быть, так. Да, да, все... оно совершенно излишнее в помещении, то есть, ну, иногда люди просто привыкли к этим вещам, не обращают на них внимания, вот. Ну, они просто собирают пыль, затрудняют уборку и так далее. То есть это частая стирка, там, гордин, покрывал и так далее, и так далее. Вот, регулярная влажная уборка, пылесосы там с увлажнителем и так далее. Ну и я постоянно говорю родителям, что ребенок сам может проводить тоже влажную уборку. Вот, то есть, він з маличку буде звикати, буде розуміти, що йому все це необхідно для нормального, для нормального життя, так, якісного життя. Да. І наостанок ще хочеться вас запитати, пані Олю, ось справді разом з реакцією на ковід, наприклад, як люди з астмою переносять цю хворобу і чи не стає їм гірше, якщо в них цей вірус, наприклад, вже потрапив до них? Ну, больные с астмой также могут болеть COVID-19, вот, поскольку любая респираторная инфекция, а COVID-19 является респираторной инфекцией, у них могут провоцировать бронхообструктивный синдром, то есть обострение бронхиальной астмы. Вот, поэтому мы всем этим пациентам рекомендуем не прекращать их постоянную базисную терапию, которую рекомендовал их лечащий врач. То есть они по плану постоянно должны принимать эту терапию, не прекращать ее. То есть, навіть якщо немає загострень, так, то це постійно. Плановая терапия, да, она должна быть. Понятно, если у пациента возникает обострение, то объем терапии увеличивается, а такое может быть, вот, под руководством его, ну, лечащего врача, это семейный лекарь, может быть, или там пульмонолог, или аллерголог и так далее. То есть тот врач, который наблюдает этого пациента, расписывает ему план терапии в случае обострения. Ну, есть такой момент, что некоторые пациенты жалуются, что отношения средств защиты, у них тоже участились приступы удушья. Масок. Ну, от масок, да. Ну, тем не менее, они понимают, что, имея заболевание органов дыхания, они находятся в группе риска, они используют эти средства защиты. Вот, поэтому, ну, время такое. На сьогоднішній день все під контролем, так, пані Олю? Виходить, що ось та терапія, про яку ви вже сказали, вона дуже дієва, вона зараз допомагає впоратись із їхньою проблемою і ще допоможе, якщо, ну, вчасно люди будуть звертатися вже із ковідом, наприклад, то на сьогоднішній день висновок можна зробити такий, що все в нормі під контролем, просто треба вчасно звертатись до лікаря. Все. Це єдине, що от можна зараз порекомендувати людям з бронхіальною астмою. Правильно? Да, совершенно верно. І зараз якби населення вже, так сказати, його медицинська грамотність виросла, вони чаще обращаються за медицинською допомогою. Вот, діагноз, ну, в більшій часті випадків виставляється раніше, ніж минулі роки. Да? Діти отримують терапію, і вже батьки і пациенты не относятся негативно к тому, что им рекомендуют там ингаляционную терапию, пользоваться ингаляторами и так далее. Они понимают, что оно в целом не приносит им никакого вреда, они чувствуют себя полноценными
людьми. Пані Олю, дякую вам за такий підхід, що показали нам стільки допоміжних засобів для людей з затрудненнями, так, з диханням, яке їм перешкоджає от нормально себе почувати кожен день, але ось це все використовуючи, люди будуть зовсім інакше почуватися на сьогоднішній день. Це вже такий дуже серйозний крок, який допомагає усім нам розумінню цієї хвороби і знанням, які зараз збільшуються у кожної людини. Я вам дуже дякую, що ви прийшли до нашої студії. Будемо раді бачити вас ще. Ну і, звичайно, висловлюємо вдячність обласному центру здоров'я за підтримку у нашій сьогоднішній програмі. Тож, будемо всі здорові, будемо сподіватися, що ніякі віруси, ніякі проблеми, які є на сьогоднішній день, вони будуть нам не будуть нам заважати, а все буде добре. Дякую. Так, зустрінемось за декілька хвилин.